Чтобы можно было вытащить. Я передние сделал, чтобы они прям так легко. Алексей, передай Николаю привет. Блин, привет тебе. Где бы ты сейчас не был, тебе привет. Смирительная рубашка. Да-да-да. А что это у вас такие рукава длинные? Оп! Зато ты, Алексей, чемпион по рисованию квадратиков. Ой, треугольничков, извини. Рома сказал, что... на маятнике 99 квадратиков, треугольников. Он считал каждый, когда писал, да? Да. И матерился на каждом. Роман сказал, ёб твою мать, 99 раз. Почему не 100, говорит? В данный момент в этот мотоцикл вложено 530 инженерных часов. Вот этого человека. Куда? На 99 треугольников. Thank you.
по вот этому мы ребру хотели, да? По вот этому ребру спускаемся, идем, вот здесь вот закругляемся. Только не закругляемся, а такой линией надо отбить, повернуть. Вот, а здесь выходим вот так, только пошире, вот сюда вот. Так? Угу. Like this? Uh-huh. Вот так, да. Вот здесь вот, что-то не то. Вот сбоку смотришь, хорошо поворачивает? Ага, uh-huh, да. Потом вот сюда вот так. Да. Так. Видишь, сразу вот тут вот выравнивается. Потому что, хотя... Может, еще будет стеганая кожа. Не, хотя нормально. Да, смотри. Желтый. Да. Да. Нет. Золотой был мотик и под ламбовскую вот эту строчку. Такую. Можно такое. Неважно, как он зайдет. Угу. То есть, либо он будет здесь, либо его чуть-чуть подверну. Просто главное, чтобы он по ребру был. Угу. Чтобы он был ровный, чтобы она вот эти все косяки убрала. Угу. То есть, он нам будет как бы отбивочный. Я понял. Все, рабочий день приостановлен официально. На заводе бокс 309 Маш. Обед. Давайте в рельсы сбейте. Все, я уже. Че взял сегодня? Удон с курицей по-пекински. Смотри, что Роман Дэй взял. Гурман, видишь? Интересно. На этой стороне топчит еще сильнее. Нам все равно надо поддуть вот эту часть. По факту, если мы вот эту часть чуть-чуть поддуем, то в принципе до края вот этой мы достанем. Это тут главное, вот, Макс, смотри, раздвигать надо так, чтобы вот здесь шире не делать. Не-не-не, вот. То есть вот мы вот здесь только выходим, и вот здесь просто нужно сильнее обогнуть вот эту штуку. У нас как раз с тобой, помнишь, на сиденье была история, что хотелось спереди пошире. У нас как раз так и получится. Бордо. Спелое бордо. Такой спелый, переспелый виноград. Такой был, да. Розовый? Oh my Jesus. Дай мне черный надо сделать, братан. Чего ты мне тут рассказываешь? Морковный, не морковный. Черный мат всегда пиздец. Дави его. Вот так. О-о-о. Вот это гэнгста. Технологии. Напечатали, смотри. И даже проклеили, видишь, чтобы не царапало. Вот это я понимаю. Качество. Ей, ёптить. Вот это пушечка, да? В общем, возвращаясь к тому же, чего мы начали с вами этот выпуск, а именно с упаковки, я вам показал коробочку, которая приходит с мотоциклом Arch, в которой помещен ключ и всякие там книжечки туда-сюда, приятные штучки, которые вырезаны из цельного куска алюминия. Мысль, в общем, была такая, что, конечно, америкосы умеют упаковывать продукт. Вот сделают полную хрень, но упакуют так, что ты это купишь. И, конечно, объем их рынка позволяет заниматься такими историями. Не только у них это работает, это вообще работает, и этим нужно заниматься. Одно из моих любимых выражений: мелочи не имеют значения, мелочи решают все. Давайте заниматься мелочами, которые потом все решат.